Привет, с вами инспектор Гаджет, ты как вообще? Да так. Все нормально? Пуля бандитская просто. С вами инспектор Гаджет, внутренний голос. Привет. Мы тут немного поспорили, а вам достается роль судей. Правила очень простые. Мы по переменке будем рассказывать вам про всякие девайсы, а потом вы выберете победителя, чей рассказ и гаджет круче, тот и чемпион. Все очень просто. Правда, самой сложной задачей для вас будет не уснуть на обзорах внутреннего голоса. Гаджет, ты бы помолчал. Слушай, ты отказываешься от батла? Не. Ну все, тогда приступаем. Я начну. Хорошо, твое право. Epson PhotoViewer P6000. Если емкость карты памяти фотоаппарата исчерпана, а заменить ее не представляется возможным, вам на помощь придет специальный аппарат, называемый фотобанк. Технически это жесткий диск в защитном корпусе, плюс цветной ЖК-экран и разъемы для карт памяти. Вынимаем флешку из камеры, вставляем в фотобанк и копируем снимки на диск. Лучшие образчики таких устройств, например, Epson P6000, позволяют сразу просмотреть отснятый материал, забраковав неудачные снимки. Матрица, применяемая в этом агрегате, называется Photo Fine Premium. Ее диагональ 4 дюйма, разрешение 640 на 480, цветовой охват 94% Adobe RGB. На экране отлично видны даже мелкие детали. Она хорошо справляется со сложными градиентами и переходами в светлых и темных областях. Емкость жесткого диска фотобанка 160 или 80 гигабайт. Для загрузки фотографий можно использовать разъемы для карт памяти SD и Compact Flash. Аппарат работает как с JPEG, так и RAW файлами. Причем есть возможность обработки снимков. Можно поправить контраст, баланс белого и еще много чего. Девайс можно подключить к принтеру, соответствующему стандарту USB Direct Print, и печатать снимки прямо с него. Управление аппаратом организовано так, что большинство нужных функций вынесены на отдельные кнопки. Остальное доступно из меню. Кнопок даже многовато, можно случайно при нажатии зацепить ненужную. Есть удобное колесо прокрутки. Также эта штука проигрывает музыку и видео в самых разных форматах. К тому же ее можно использовать просто как переносной диск. А цена гаджета примерно 23 тысячи. Голос. Кроме того, что этот гаджет никому не нужен, он еще и стоит 23 штуки. Если ты не в теме, вообще-то в стране кризис. Вот, ребята, однозначный must-have. Снежковый бластер. Во-первых, весело. Во-вторых, недорого, стоит каких-то 29,95. А в наши трудные дни это важно. И в-третьих, скоро зима, Новый год, класс, а? Позитивненько. Че, сдался? Ни за что. Мне есть чем ответить. Arcos Internet Media Tablet. Я как раз посплю. Это новое поколение мультимедийных устройств с маркой Arcos. Он не просто плеер. Аппарат умеет лазить в интернет, показывать веб-страницы, проигрывать потоковое аудио и видеофайлы. У нас оказалась модель начального уровня с диском на 60 гигабайт. Arcos 5 – самая тонкая и изящная в серии. Внешний аппарат выглядит как один большой-большой экран с узкой окантовкой по краям. Его толщина чуть больше 12 мм, но из-за широкоформатного экрана конструкция получилась довольно длинной. Кстати, на экран вынесено все управление гаджетом. Он довольно четко фиксирует нажатие, однако моментально пачкается и его приходится протирать. Зато на свежепротертом дисплее картинка выглядит просто фантастически. Меню представлено набором пиктограмм у левого края экрана. Сложности в управлении не возникает, все интуитивно понятно. Машинка построена на базе аппаратной платформы ARM Cortex. Мощная система класса компьютер на одной микросхеме. Он легко справляется со всякой мультимедией, да и система шевелится весьма шустро. Вот с софтом хуже. Хитрые французы придумали систему плагинов. В случае с Arcos 5 это означает, что все программы надо устанавливать отдельно. Например, браузер, кодеки для MPEG-2 и AC3, видеоподкасты в формате H264. Некоторые бесплатно скачиваются с сайта, за остальное приходится платить. Кроме собственного устройства, к нему прилагается и специальная DVR-станция. Эта штука предназначается для подключения агрегата к телевизору. При подключении аппарата она перехватывает картинку и выводит ее на экран TV или плазменной панели. Кроме того, с помощью DVR-станции можно записывать телепередачи, и к тому же эта штука умеет подзаряжать аппарат. Цена 60-гиговой модели Arcos 5 на сегодня составляет примерно 15 тысяч рублей. Ее почему-то рекламируют только как мультимедиа-плеер, хотя на самом деле это практически полноценный портативный компьютер, мощный, шустрый и удобный. Если еще взять и DVR-станцию, то получается целый домашний видеокомплекс.
Слушай, голос, если ты собрался заработать себе этим побольше голосов, ты ошибаешься. Вон, полюбуйся, реально полезный гаджет. Ты стираешь часто? Это компрометирующий вопрос. Слушай, да ладно, расслабься. В общем, полюбуйся. Часто бывает так, что ты вещь постирал и рассчитываешь одеть ее с утра. Она сырая, и ты думаешь, ну что за пак вообще? И вот специально для таких случаев разработан сушильник. Кофта высыхает за какой-то час. Очень полезная вещь. Или вот еще. Пришли холода, а нам, владельцам яблофонов, очень тяжело каждый раз снимать перчатки, чтобы на звонок ответить. Ну или там, смс написать. А тут такой полезный девайс. М? Слушай, а че, эти пальцы, на которых шерсти не хватило, они что, мерзнуть будут? Ну, похоже, что будет. Ну и на кой они такие нужны? Хотя недоделанному айфону только такие девайсы и подходят. Недоделанные. Ну а сейчас я расскажу про менее пафосный и более удобный для зимней эксплуатации телефон. Гаджет, мне вновь приятно отделиться от тебя и на время перестать быть твоим внутренним голосом, чтобы попасть на презентацию Nokia Way, где легендарный производитель сотовых телефонов компания Nokia представит модель 5800 Express Music, а также покажет все свои самые актуальные технические новинки. Nokia 5800 Express Music. Новый путь для Nokia. Еще один убийца iPhone. Бедный яблофон. Все на него набросились. И Samsung, и Sony Ericsson, и толпы китайцев, и теперь вот Nokia. Вообще говоря, модель Nokia 5800 Express Music фанаты ждали долго. Главным образом из-за того, что финны пообещали наконец-то сделать аппарат с сенсорным экраном. И в итоге они его получили. Традиционная конференция Nokia Way, где главным героем стал этот аппарат, была обставлена невероятно пафосно. По словам больших начальников из далекой Финляндии, Nokia 5800 Express Music, цитирую, «революционное музыкальное мобильное устройство, обеспечивающее непревзойденную функциональность для массового рынка». Наряду с музыкальным арсеналом, среди достоинств Nokia 5800 Express Music – сенсорный дисплей, инновационная панель контактов и мультимедийная панель, удобное меню, благодаря которому обеспечивается прямой доступ к музыкальным и развлекательным функциям, в том числе к спискам любимых треков, видеороликов и фотографий, а также графический эквалайзер, обширная память, поддержка всех основных музыкальных цифровых форматов и многое другое. Встроенные стереодинамики с поддержкой объемного звучания обеспечивают самый мощный звук в мобильной индустрии. Конец цитаты. Для тех, кто не понял, это все еще была цитата. Россия станет первой страной мира, в которой начнутся поставки Nokia 5800 Express Music. Новинка появится в продаже в фирменных салонах Москвы по цене 16 тысяч рублей. Не так и дорого. Глубокое тестирование модели – дело будущего. Но, естественно, мы не могли удержаться от соблазна поиграться с ним. Честно скажем, странное впечатление. Выглядит очень хорошо. Огромный экран, быстрый процессор, масса всяких фич и фишек. Кроме того, предлагается масса сервисов. Скажем, сервис Engage позволяет легко находить и покупать мобильные игры. Вот только материал корпуса подкачал. Как обычно, это плохой дешевый пластик, который теперь не используют даже китайцы. Кроме того, претензии возникают и к сенсорному экрану, с которым тоже не все гладко. Все-таки яблочный мультитач пока никто так и не превзошел. Другой важный сервис – карты Nokia Maps 2.0. Нам твердо обещали, что к концу 2008 года сервис Nokia Maps 2.0 будет доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и многих других городах. В общем, Nokia опять выпустила девайс, который заслуживает внимания, но по-прежнему не идеален. Причем устранить эти недостатки – дело несложное. Но, видимо, все же идеальных телефонов не бывает. Слушай, а я смотрю, ради победы ты даже покинул родные пенаты. Итак, наше соперничество закончилось, теперь ваша очередь. Голосование объявляется открытым и продлится до пятницы 12:00 по московскому времени. А что я получу, если выиграю? Давай сделаем так. Пусть зрители предлагают варианты того, что сделает проигравший для меня. Ой, ладно, не льсти себе. Ладно, хорошо. В общем, все предложения оставляйте внизу, в комментах. А ты не боишься, что они всякий трэш начнут предлагать? Ну пусть пишут. Зато только так мы сможем обогнать ПП по комментам, понял? А, понял. С вами был Инспектор Гаджет. И помните, я докопаюсь до правды. Чмоки. Всем пока, голосуйте за меня.